Ребят, всем большой привет, с вами Раиль и это Хижина Музыканта. Я соскучился по вам, пока путешествовал по Байкалу. Посмотреть мои путешествия по Байкалу сможете на моем другом канале, где я снимаю влоги и свои песни выкладываю. Переходите по ссылке, что ниже. Сегодня разбираем роковую песню по вашим заявкам. Песня называется «Буревестник» от молодой группы Warner. Друзья, сейчас прослушаем мой кавер на эту песню, чтобы вы запомнили, как эта песня звучит, и сразу приступаем к разбору. Поехали! Чьей-то знакомой рукой ведом невесом, свечением тусклого фонаря уходит день, границы правил. У каждого есть история о том, как потухает факел. Ты просто сядь подле него и расскажи, во что погружен твой мирок, или молчи, я ведь для этого только нужен. Ты просто сядь подле него, старый друг, напишет песню. Давай же боль заглушим вином, мой устал. Давай расскажи, на что опоздали грезы, транжиры, листов дневников, чьи желания больше, чем между висками быть кем-то. Ведь им билет оплачен тем, что тобой навсегда утрачено. А наша задача с тобой объяснить нечего, совести клянчить украдчиво. И вдруг позабудем о незрячих прохожих, будь их новостей, что пестрят о порожних событиях люди. Мне наше присутствие здесь дороже, садись уже рядом, лей свои правды. Мои серые стены будут всегда твоему оперению рады. Ты просто сядь подле него и расскажи, во что погружен твой мирок, или молчи. В последнее время говорите, что не хватает роковых вещей, стало много попсятины. Я не пропагандирую, ребята, просто сейчас идет активный набор 100 тысяч подписчиков. Если хотите поддержать меня, друзья, подписывайтесь на канал Хижина Музыканта. После того, как наберем 100 тысяч подписчиков на канале, уже с большим объемом будет выходить роковых вещей, роковых каверов и разборов. Так что дерзайте. Вы наверняка в интернете видели видео по типу Тимати до того, как стал известен, там, Саша Спилберг, Ивангай и так далее, да? Но почему-то таких роковых исполнителей в этом шоу мало показывают. Но на ютубе я недавно наткнулся на канал, который как раз-таки специализируется на роковых звездах. То есть он снимает истории до того, как тот или иной роковый гитарист, музыкант стал известным. Этот канал называется Fia Channel. Ссылку на этот канал оставлю в описании под видео. Если интересно, переходите по ссылке, что ниже. Подписывайтесь, если понравится, и возвращайтесь обратно к нам. А мы приступаем к разбору. Давайте приступим к разбору. Нужно выучить один риф, который играется в куплете. А в припеве будем играть аккордами. Для начала понизим шестую струну на целый тон. То есть здесь у нас обычно звучит ми, как первая струна. Вот так у вас звучит. Ми-ми. Его понижаем на тон, чтобы как четвертая струна звучала, как ре. Вот. И теперь посмотрим риф. Он играется вот таким образом. Thank you.
Такой вот перебор. Что нужно зажать? Первый аккорд, он ля минор, по сути. Вот такой, помните? Просто здесь у нас из-за того, что понизили шестую струну, она по-другому зажимается. Зажимаем шестую, пятую и четвертую струну на седьмом ладу. Вот такими пальцами, как у меня. Потом зажимаем третью струну на пятом ладу. Первая и вторая струна остаются открытыми. Вот такой вот аккорд. Грустный получается. Играем что? Шестую, пятую, четвертую, третью, вторую. Нужно сыграть. Потом четвертую, третью, четвертую. Такой вот перебор. Два раза. Второй аккорд до мажор, по сути. Но оставляем только зажатыми только три средние струны. Пятую на третьем ладу зажимаем, четвертую и третью струну на пятом ладу. И вторая открытая получается. На пятой струне подольше сидим. Потом дергаем четвертую, третью, вторую струну. Дергаем пятую, посидели на ней. Четвертую, третью, вторую, четвертую, третью, четвертую. Здесь один раз. Зажимаем потом вот такой вот соль мажорный аккорд. Шестую, пятую, четвертую струну на пятом ладу. Проводим шестая, пятая, четвертая. Так, раз, два, три. Все ровно. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь зажимаем на втором ладу все три струны опять-таки. Шестую, пятую, четвертую. То есть тоже три струны проводим. Здесь шестая, пятая, четвертая. Здесь шестая, пятая, четвертая. Потом дергаем третью открытую и четвертую открытую. Получается. Попробуем соединить. Вот и все. И по кругу идет в течение всего куплета и вступления. То есть вступление начинаем это играть, а потом уже вокал вступает. Вот этот рисунок, риф прогнали два раза, и начинается уже вокал. Текст песни оставлю в описании под видео, а точнее там будет ссылка на мой сайт, где будет этот текст. Вот ты сказанул. Поехали, поем. Вступаем позже, то есть... Вот тут вступать нужно, да? Поехали. У каждого есть свой тайный дом, где сон. Чьей-то знакомой рукой ведом, невесом. Дальше, надеюсь, две строчки поняли, как вступать дальше. Свечением тусклого фонаря уходит день, границы правил. У каждого есть история о том, как потухает факел. И тут пауза, то есть закрываем. И дальше начинается припев. Он уже начинается за такта. Как вы поняли, в куплете все нужно начинать позже петь. То есть начинаем. Спуск. У-ка. То есть с третьей струны начинаем петь. У каждого есть свой тайный дом. Здесь пауза. У каждого есть свой тайный дом, где сон. Тут быстро. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Тут меняется немного рисунок, как будто бы. Чей? Опять-таки позже, да? Раз, два, три. Чей? Чей? Тут со второй уже. Чей-то знакомой рукой. Чьей-то знакомой рукой ведом, невесом.
свечением тусклого фонаря уходит день. Границы правил у каждого есть история о том. Видели, везде нужно вступать чуть позже. Вам всего лишь нужно сначала выучить риф от и до досконально, пару дней поиграть, пока не петь, потом только вокал подставлять. Да-да-да, и мне было сложно под это играть и петь, потому что тут, ну, непростая партия, по сути. Вот здесь паузу, когда делаешь, не забывайте петь, а то обычно сделаете паузу и в голосе тоже. Тут нажали, пересидели чуть-чуть и доиграли. То есть здесь несложно играть в первом аккорде, потому что он без остановок идет, и вы поете сверху. У каждого есть история о том, как потухает факел. И все, начинается припев. За так-то. Начинаем петь сначала, потом начинаем удары делать. Ты просто сядь подле него и расскажи, во что погружен твой мирок, или молчи, я ведь для этого только нужен. Тут какие аккорды? Тот же аккорд ля минор с открытыми струнами двумя. Аккорд до мажор без шестой струны, прикрывайте средним пальцем, когда бьете. Следующий аккорд такой же на седьмом ладу. Ми минор, то есть ЕМ. И аккорд соль. Три верхние зажимаем, остальные все открытые. Это все такие же простые аккорды, как АМ, ЕМ, С и соль. Просто здесь шестая струна, из-за того, что она пониже, приходится вот таким вот образом зажимать. ЕМ при помощи барре, С при помощи барре, АМ тоже. Соль зажимался бы вот таким образом, ну, если бы шестая струна нормально была. А в нашем случае вот так. То есть, если не хотите париться этими всеми струнами, шестыми и с такими аппликатурами, играйте простыми аккордами. Припев будет АМ, С, ЕМ и G. Только нормализуйте шестую струну. А в куплете чуть-чуть порядок другой. АМ, С, G, ЕМ. Надеюсь, понятно, ребята. Кстати, песня на песни группы Люмен очень похожа, да? Согласитесь, если да, ставьте лайк. Давайте обрадуем, поднимем мне настроение и поставим просто так лайк. Бой какой? Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Традиционная девяточка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Пробуем аккорд АМ. Еще раз. А теперь целиком. Нужно этот бой делить пополам на АМ и С. И то же самое на ЕМ. То есть пополам на ЕМ два раза вниз. И на соль. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Теперь уже можно пробовать петь. Текст открыли и пробуем. Ты просто сядь подле него и расскажи, во что погружен твой мирок, или молчи, я ведь для этого только нужен. Ты просто сядь подле него, старый друг, напишем песню. Давай же боль заглушим вином, мой усталый буревестник. И потом прогоняем проигрыш на тех же аккордах и тем же боем. Два раза. Там солирует гитара. Гитара или что там, не помню. Но там, да, гитара вроде. Потом начинается второй куплет, и по сути ничего не меняется. Кроме того, что там нужно читать рэп. А точнее, это речитатив. То есть произносить лирику, текст. Поехали. Перебор такой же.
покупаем где? Показываю. Давай расскажи. Давай. 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 То есть с третьей на вторую струну, когда переходим. Давай расскажи. На что опоздали? Грёзы, транжиры, листов, дневников, чьи желания больше, чем между висками. Паузу сделали, да, видели? Давай расскажи. На что опоздали? Грёзы. То есть грёзы, транжиры. На жиры приходится четвёртое. Грёзы, транжиры, листов, дневников, чьи желания больше, чем между висками. Тут не ждём. Быть кем-то, нужно начать уже тут. Быть кем-то, ведь им билеты оплачивать. Тем, что тобою навсегда утрачено. А наша задача с тобой объяснить. Нечего у совести клянчить украчиво. А наша задача с тобой объяснить. Здесь тоже пауза. А наша задача. А наша задача. А наша задача с тобой объяснить. Нечего у совести клянчить украчиво. И вдруг позабудем о незрячих прохожих. Будних новостей. Здесь тоже позже. Встретите на вторую струну, когда переходим. И вдруг позабудем о незрячих прохожих, будних новостей, тут же говорим, что пестрят о порожних событиях люди. Мне наша, вот здесь, что пестрят о порожних событиях люди. Мне наше присутствие здесь дороже. Договариваем уже на аккорде АМ, то есть. Мне наше присутствие здесь. Мне наше присутствие здесь. Мне наше присутствие здесь дороже. Садись уже рядом, лей свою правду. Мои серые стены будут всегда твоему оперению рады. Надеюсь, вы поняли. То есть нужно все-таки сначала попеть под оригинал, найти ВКонтакте эту песню, она у меня тоже в аудиозаписях есть, и попеть именно, чисто выучить текстик, и попадать уже в паузы, то есть делать паузы. А потом уже играя медленно. Давай расскажи, на что опоздали. Пробовать говорить этот текст, эту лирику. Сложно, сразу скажу, потому что есть паузы, где-то нужно говорить без остановки. То есть не одинаково везде, поэтому сложность. Но я пытался, и через недельку уже у меня так хорошо получалось. То есть не отчаивайтесь, играйте. Дальше большая пауза звучит, и потом начинается опять-таки припев. Просто сядь подле него и расскажи, во что погружен твой мирок. Или молчи, я и для этого только нужен. Ты просто сядь подле него, старый друг, напишем песню. Давай же боль заглушим вином, мой усталый буревестник. Ты просто сядь. Тут тянем. Ребята, спасибо, что выучили эту песню вместе со мной. Надеюсь, ролик был полезным, и эта роковая песня послужит вам пользой и опытом в освоении гитары. С вами был Раиль. Ставим лайк, если хотите больше роковых песен, больше классных, драйвовых, заряженных энергией песен. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Респектую тебя с миром, если это лайк.